В Москве объявлен оранжевый предпоследний уровень опасности. О приближении шторма предупредили жители столичного региона и других областей Центральной России. Ожидается сильный снегопад и резкий перепад температуры. В Москве в середине недели минус 3. К западным границам России приближается мощный атлантический циклон. Ночью в зоне его влияния окажется Смоленская область. А завтра во второй половине дня стихия обрушится на Москву. Как сообщили в гидрометцентре, снега выпадет больше, чем за весь предыдущий зимний период. По прогнозу, толщина снежного покрова увеличится на 15 сантиметров. Также обещают порывистый ветер. В ГИБДД предупреждают о сложной ситуации на дорогах и просят водителей по возможности пользоваться общественным транспортом.